Первые две песни я написала на стихи Марины Цветаевой. Первая песня называется «Наворковала, наворожила». Черная доска, на которой учились писать. Радуга и небеса.
исполнить романс Юрьева. Я, в общем-то, пою в разных жанрах, и в том числе вот 17 марта в воскресенье в 7 часов. Это будет концерт песен самых известных, самых любимых хитов в джазовом оформлении, в джазовом исполнении. В том числе будут песни на английском, на французском, на испанском, на польском языках. Так что будет интересно, это вечер отдыха, обычно там все танцуют. Приходите. А сейчас романс Юрьева «Эймщик Ганика Кьяру». Что так грустно взять гитару, да спеть песню про любовь или поехать под звонки гитары будет.
еще одну песню спеть. Все горят у маленького роста, все говорят, одет он слишком просто, все говорят, поверь, что этот парень тебя не пара, совсем не пара. Так часто я вздыхаю, и почему?